Сегодня День спасателя. Сотрудников и ветеранов спасательных служб Карачаево-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Спасатели Карачаево-Черкесии – это настоящие герои, которые круглосуточно приходят на помощь в любой экстренной ситуации. Никакими высокими наградами невозможно выразить благодарность и жителей республики к вам. Особо хотим отметить работу спасателей в туристические сезоны. От вашей оперативности и профессионализма очень часто зависит жизни многих гостей нашего региона и складывается имидж нашей Карачаево-Черкесии. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло сегодня в Черкесске. Сотрудников МЧС республики поздравили представители Народного собрания, министерств и ведомств Карачаево-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Смелость, мужество, отвага, искреннее желание во что бы то ни стало спасти жизнь человека. Вот что присуще нашим спасателям. Под звуки гимнов России Карачаево-Черкесии торжественно внесли знамя Главного управления МЧС России, после чего виновников торжества поздравили коллеги, представители Народного собрания, Министерства ведомств республики. Наш праздник приходится к кому Нового года. Но для спасателей праздничные дни самые напряженные в прошлый период. Служба не знает выходных. Днем и ночью мы готовы сражаться за жизнь, рискуя своими. Случайных людей среди спасателей и пожарных нет. Это профессия, сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена секунд. Для вас работа на пределе сил – обычное дело. Особые слова благодарности ветеранам службы. Разрешите искренне поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Спасателя. Это благородная профессия, и мы гордимся, что наши земляки сегодня в этом зале достойно несут это высокое звание спасателя. Благодарность за службу спасателям выразили руководство МВД, Следственного комитета, представители православного и мусульманского духовенства. Лучшим сотрудникам вручили грамоты правительства и Народного собрания республики, ведомственные грамоты, очередные специальные звания, медали, нагрудные знаки. Александра Логвиненко наградили медалью за пропаганду спасательного дела. Вместе с ним за наградой вышел и четвероногий спасатель, лабрадор Ява, на счету которой 10 спасенных жизней. Игривый характер, доброжелательность и обучаемость вот, к работам. Ну, вот такие качества. Ну, все положительные качества. А сколько вы ее давали, чем она спасла? Более года и постоянно потом и в дальнейшем всю жизнь проходит тренировки периодически, чтобы навыки не утрачивала и приобретала новые. В семье у меня спасателей нет, но у меня есть прабабушка, она участвовала на Великой Отечественной войне, и она, у нее очень много медалей, и у нее есть медаль за победу над Берлином. А тебе сколько лет сейчас? 7. 7 лет, и ты уже выбрал, да, профессию спасателя? Да. А почему? Потому что мне нравится, что людей спасают, и мне хочется, чтобы мир жил дружно. Их называют ангелы доброй надежды. Они спасатели, люди мужественной и героической профессии, способные жертвовать собой ради спасения других. В этом году отмечается 31-я годовщина Дня спасателя Российской Федерации. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.